Здравствуйте, друзья! И сегодня для вас топ 4 чрезвычайных происшествий, которые случились в 2018 году и свидетелем которых я был. Первое, конечно, это землетрясение. Тряхануло так, что я просто был ошарашен. Никогда в моей жизни такого не было. 4,3 балла. Я соскочил с постели, потому что шевелился шкаф, скрипел. Взял камеру и стал сразу снимать. А подняло меня странное ощущение. Кровать моя зашаталась, и я услышал, как трещат полки шкафа моего. И я понял, что это очередное землетрясение в Анапе было. Да-да-да, тряхануло. Причем так основательно. Да, вот люди тоже обсуждают, говорят, что очень хорошо тряхануло. Второе происшествие – это крупнейшая за 10 лет авария на водоводе. Анапа осталась без воды. Представляете, ни капли воды. Крупная коммунальная авария в Анапе. В разгар курортного сезона практически весь город и его окрестности остались без воды. Утром не оказалось воды в кране. Ничего. Пользователей временно подключили к частному водоводу, чтобы увеличить напор. К домам и гостиницам организован подвоз воды по заявкам. Конечно, был организован подвоз, но он был только в определенные точки и по требованию управляющих компаний. Но наша компания не позаботилась, и мы остались вообще без воды абсолютно. Третье чрезвычайное положение – это крупнейший пожар в плавнях в районе станицы Анапской. Пожар был такой, что огонь завывал. Жена моя наблюдала это ночью с пожарного выхода нашей семьи, нашего дома, и просто говорит, зарево было красное, просто было ужас, хотелось бежать. На город выпало огромное количество пепла, черного пепла, и в центре города, и у нас, конечно, здесь был пепел. Я когда приехал из командировки, успел снять только тоже с пожарного выхода, как это пожар уже его тушили с вертолетами, тушили самолетом. И этот пепел я наблюдал прямо в подъезде. Это было что-то действительно невероятное и жуткое. Четвертое происшествие – это шторм. Сентябрьский шторм 2018 года. Никогда такого шторма я не наблюдал, да я там и не был во время шторма. Вот. Но то, что я увидел и увидели другие блогеры в Анапе, это было тоже нечто такое жуткое, потому что то, что настроили строители при подготовке к летнему сезону, буквально все было сметено стихией. Щепки разбило, какие-то строения, бунгало, какие-то беседки. Это было и на каменистом пляже, и на песчаных пляжах. Смывало лежаки, переворачивало там зонты, смывало какие-то там посты спасательные. В общем, все это замывало песком. Это просто было что-то ужасное, действительно, никогда мной не виданное. И это было, можно сказать, окончание сезона, потому что после этого уже восстанавливать, конечно, не было смысла. Опять нужно было вкладывать деньги, поэтому вот на каменистом пляже все осталось так и стоять в разрушенном состоянии. А на песчаном пляже там что-то частично стали восстанавливать, но в основном все эти заборы посметало. И это, в общем-то, действительно было концом уже сезона. Друзья мои, и когда этот выпуск был уже почти сверстан,
в Анапе произошло еще одно событие. Это находка драйверов. Напротив санатория Бимлюк драйверами была найдена якорная мина, которую взорвали 5 числа, 5 декабря этого года, приехавшие специалисты, взрывники из Новороссийска. Спасибо, друзья, кто был со мной сейчас здесь, кто смотрел этот топ. Я думаю, он вам понравился. Спасибо вам за внимание. Ставьте свои оценки, такие или даже такие. Смотрите под описанием. Очень много полезной информации, контакты. Смотрите ссылки на мои другие видео. Нет, они здесь, вот здесь сейчас они всплывут. Ну а также смотрите мои видео, которые я предлагаю вам по этой и по этой ссылке. Спасибо, друзья. Всего вам доброго. До свидания.